Y'all ready for this? Всем привет, дорогие друзья! С вами Светлана Сказочник. И мы сегодня будем проходить 120-й бой Башни Фатально на топовом аккаунте моего подписчика, помощника, советника. Евгений, спасибо огромное за такую предоставленную возможность поиграть за персонажей на 10-м слиянии. Мне очень приятно. Зря, конечно, ты это затеял, но да ладно. Значит, почему такой экран? Потому что что? Потому что у меня, значит, программа записи находилась в том месте, где кнопочка «Вбой». И когда я нажала «Начать запись», я нажала одновременно кнопочку «Вбой». Далее ситуация следующая. С талантами там проблема. Поставлена была метка смерти. Это я посмотрела чуть ранее, до вот этой записи. Потому что я не успела перед боем ничего сделать, не посмотреть снаряжение у противников. И только снарягу посмотрела у моих персонажей, да, которые стоят. Это Скорпион МК-11, ну, Псайба, ты Скорпион ударная группа, да. Я просто ничего не успела, ни посмотреть таланты, нифига. У меня просто нажалось в бой, и все. И я понимаю, что ну все, надо как-то выкручиваться. Сначала думала, может выйти, потом думаю, нет. Нет, а вдруг я и за 3 попытки не пройду? Нет, спасибо, не надо, и мы как-нибудь... Не-не-не-не-не-не-не-не. Давайте пытаться. Итак, мы будем стараться как-нибудь побить эту команду Дня Мертвых. Моя самая любимейшая команда противников, которых я просто безумно обожаю. Вот, здесь я сидела и думала, да, думаю, что делать. Думаю, ну драться, а что делать? Муравью ногу приделать. Вот, и, собственно, я просто понимаю, что будем держать, и вот он меня перебивает, что самое интересное. Но мы успеваем схватить его в объятия смерти, так сказать. Все-таки на 10-м слиянии призыв к оружию, конечно, хорош. Вот, ну и, соответственно, урон на 10-м слиянии Скорпа. Это вам не четвертое, знаете ли, это вам не четвертое слияние, да. Вот, здесь мы... Он сопротивляется ловушке, потому что, да, у них сейчас стоит, естественно, там синтай зла стоит на 10-м слиянии, по-моему. Ну, сейчас посмотрим. Вот здесь мы отчаянно сопротивляемся, отчаянно пытаемся сражаться. Думаю, ну, хоть кого-то за эту попытку по-любому нам надо вынести, ну, прям 100%. Иначе, ну, что это такое? Ну, мы даже попадаем, 2 метки смерть, даже в 100 попадаем. Это я, видимо, с испугу. Что чужой аккаунт все-таки на своем, я хоть 25 попыток могу потратить на бой, мне будет вообще абсолютно по барабану. А здесь как-то хочется все-таки, чтобы человек попытки не потерял. Вот, поэтому мы совершенно точно стараемся довести его. Вот, я понимаю, что вот мы сейчас сделаем френдшип, 89 попадаем. Ну, да, сделать френдшип. Нет, мы не сделаем френдшип, я забыла, у нас же не стоит особое завершение. Да, тут я так подумала, что мы сделаем френдшип, но тоже вот, ну, вот как сейчас, так и было на самом деле. В реальном времени, да, скажем так. Думаю, ну ладно, мы с руки его убьем, еще целая минута у нас остается. В целом, да, неплохо, вообще неплохо. Скоро... Я решаю выставить нуб Сайбота и, соответственно, тень поставить для того, чтобы Китана заюзала рентген в тень. Конечно же, естественно, потому что нам такого не надо. Вот они начинают хилиться, конечно. Вот у меня ослепление висит на мне прекрасное, замечательное. Я кое-как там попадаю. Вот. И вот все мы... А у нас ослепление на всем отряде как бы стоит. Оп, и нас убивают, потому что метка смерти была. Вот, здесь Скорпом. В принципе, можно было бы, конечно, сделать и... бруталку. Рентген. Но я решаю пока так подраться. Вот зачем рентген, когда есть первый спецприем, как говорится. Рентгены придумали трусы здесь. Опять же, я не особо попадаю. Да, урон, конечно, все-таки хороший. Тут я по привычке бью 2-3. Очень опасно было, потому что могла перебить здесь. Значит, так. Ну, щит у нее. Скорпа мне не снесут, по-моему, да. Но время вышло, все хорошо, все замечательно. В принципе, этого вынесли мы Эрона Блэка. Замечательно, неплохая первая попытка. Ну, нормально, в целом нормально. Если бы, конечно, бы еще бы таланты посмотрела, если бы не нажалась в бой, было бы, конечно, еще все лучше. Может быть, здесь даже было бы все намного позитивнее. Вот, и у нас остается там 1,5 землекопа. Я тут
качаю головой и иду менять особое завершение. Метку смерти менять бы завершение, чтобы уж прям наверняка, чтобы уже то 100%. Да? Все, и теперь можно расслабиться и спокойно идти франшипить, потому что сейчас я покажу, какое, да, снаряжение стоит на наших персонажах. Значит, у Нупсайбета стоит, соответственно, на бруталити, лицо Бихани, истязатель, Синтай зла и ржавая бензопила для пробоя блока. У Скорпа стоит, значит, Цукамагами пламя демона, Синтай процветание, темная мантия и вер с лезвиями, опять же, на пробой. Ну и на криты и, естественно, на франшип стоит у Скорпа МК-11. Вот так вот. А, собственно, ну, снаряга такая. Я бы также поставила на самом деле, да? Будь у меня такие слияния, скорее всего. Вот. Давайте посмотрим. Я убираю от греха подальше эту штуку. Да. У Джей Цукамагами, Тануки. Быстро пролистала. Значит, Кицуне нежелательно меняться. У Эрона был его франшип. И Синтай Севера. И Острие Жнеца. Вы посмотрите, Острие Жнеца уже 10-го слияния ему фиганули. Вот, Цукамагами пламя демона. У Джейд получается. Тануки, Синтай зла. И эденийские нахрен браслеты у нее. Представляете? Эденийские браслеты у нее. То есть она воскреснет. Сохранит жизнь в бою. То есть это по-любому надо либо френдшип, либо бруталити делать. То есть, ну, типа, третьего не дано. Никаких меток смерти, там, ничего там, это не поможет. Поэтому мы идем ее франшипить, бруталить и что-нибудь с ней нехорошее делать. Да. Вот. Вторая попытка у нас. Вторая прекрасная попытка. Поехали. Ну, конечно, блок не пробивается, потому что на ней стоит пламя демона с кумагами. И мы пытаемся попасть, конечно, в 90% все-таки, чтобы ее как-то удержать, чтобы она никуда от нас не ускакала. Не надо нам, чтобы она ускакивала. Нам надо ее зафрэндшипить. Вот. Главное успеть. Главное, ну, я думаю, блин, с руки-то я ее не убью. Но урон, конечно, у него все-таки вообще прекрасный. Ну, блин, 10-е слияние. Ну, реально, не 4-е все-таки. Не 4-е. Вот. Окей, хорошо, прекрасно, замечательно. И последний удар нам, получается, остается. Последний СП заюзать. Здесь, по-моему, я уже даже в 90 не попадаю. Нет, попадаю, даже тут попадаю. Ничего себе, вот это вот. Вот бывает же такое. Так, я значит, делаю френдшип, ставлю блок все-таки. И она меня не убивает, потому что нас спасает Скорпулька. Но у нас он в морозилке. Хорошо, что есть темная мантия. Господи, как я хочу себе темную мантию. Вы просто не представляете. Темная мантия — это вот просто моя какая-то вот мечта, просто не реализовавшаяся. Вот здесь я выхожу за Скорпа, забывая о том, что морозилка-то на весь отряд. Он у меня такой образ. И его сейчас красиво забрутовали. Там Эрон еще, блин, ходит. Ходит там. Вот, я вызываю, значит, Скорпа. А, я хотела на нуба поменяться, но, блин, мне поменяли на Скорпа. Естественно, она все нахрен отхилила себе, блин, крыса. Очень неприятно. Блин, неприятный босс все равно, что не говори. Босс очень неприятный. Крайне неприятный босс. Очень не нравится. Да, здесь пробивание щита прекрасно срабатывает. Урон тоже у Скорпа ударной группы потрясающий. Во-первых, потому что... Зачем я вообще поменялась на нубы, я не пойму. Со Скорпа бы играла и играла бы себе спокойно. На нем все-таки снаряга башни стоит. Здесь я думаю, блин, надо как-то довести его. И типа забрутали. Делаю рентген и... Она меня выносит. И все. И я такая, типа, что? 9 секунд просто. 9 секунд. Думаю, блин, не хватило буквально одного, блин, спецприема. Я, ну, вот просто вот, вот, ать, оть, оп, оп. Вот буквально просто не хватило просто вот какой-то доли секунды. Так мне было обидно здесь. Просто вообще пипец. Я не понимаю, почему... Ну, подчалил. На нем, наверное, метка смерти была. А, да. Скорее всего, да, метка смерти на него упала. Ну, блин, 3 попытки, все-таки не 6. Если бы я на этом аккаунте, бы, ну, хотя бы даже не 3, а 4 попытки бы сделала, это был бы фейл, конечно. Здесь я ставлю нуба на первое место, чтобы ее забруталить. Но мы должны закончить красиво. Женя, прости, что 3 попытки...
Можно было за две, конечно, совершенно спокойно их убить такой командой, без проблем. Но вот получилось, как получилось. Здесь я пытаюсь сделать брутальное завершение. Ну, конечно же, по закону, естественно, оно не получается. Думаю, да что ты будешь делать? Сейчас с руки ее просто вынесу. И нет, все-таки мы красиво завершаем брутality от Нуба Сайбота, да. Три попыточки. Ну, в целом, на этого босса три попытки вообще не стыдно, как мне кажется. Вот. За две можно было бы пройти совершенно спокойно. С сильно прокачанным снаряжением башни можно пройти совершенно вообще за одну. Синтай ветра падает. Но все-таки, ну, когда не так сильно много снаряги в целом, да и когда с талантами беда, и когда с руками вообще кудрявые руки. Я всегда говорю, у меня кудрявые руки, мне никто не верит. Вот я надеюсь, вы в это поверите. Еще раз хочу выразить огромную благодарность Жене за то, что он предоставил аккаунт мне, так сказать, для попытки побиться в 120-м бою. Мне очень приятно, мне очень безумно понравилось. Так, конечно, на 10-м слияние Скорпиона, это имбуля. Очень. Все, я буду копить только на Скорпа. Потому что мне ничего не надо. Какие ваши эти Джонни Кейджи? Не надо мне Джонни Кейджи. Вот Скорп МК-11 просто топчик. Хотя Джонник-то тоже, блин, охеренный, но его хрен, по-моему, хуже, чем Скорпа выбьешь. Вот такой вот бой, вот такое прохождение. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк мне и Жене за предоставление аккаунта. Спасибо вам за просмотр. Хорошего вам дропа и настроения. Всех благодарю. Всем пока-пока.